Совместные аукционы дали возможность сэкономить финансы учреждениям здравоохранения Орловской области. Речь идет почти о 100 миллионах рублей. Пилотный проект стартовал в минувшем году. Об итогах шла речь на аппаратном совещании. В общей сложности проведено 150 аукционов на сумму около 600 миллионов рублей. В совместных закупках приняли участие более 40 учреждений здравоохранения. Данная система позволила без дополнительных финансовых затрат повысить эффективность закупочной деятельности учреждений здравоохранения в целом. При этом подобный способ организации позволяет объединить потребность учреждений только в общеупотребимых товарах, работах, услугах. Главное, что мы сегодня можем констатировать, то, что первый опыт положительный, опыт динамический, нуждается в совершенствовании, работу продолжаем.